Вомбат никакой не медвежонок, не огромная морская свинка, не гигантский хомяк и даже не коала, хотя внешнее сходство, конечно, имеется. Он сам по себе. Вомбат размером среднюю собаку, а их вес может достигать 40 кг. Самый старый вомбат дожил до 32 лет. Эти умные создания проводят ночи в поисках пищи или роют новые туннели. Питается вомбат травой. Что касательно бега, то они могут разгоняться до 40 км в час и иногда по своей неуклюжести даже сбивать людей. В доисторические времена по Австралии бродили огромные толпища вомбатов. У большинства сумчатых есть мешочки на передней части, но у вомбатов они обращены назад. Это защищает вомбатиков сумки от попадания грязи.